арестован как исламский террорист. Какая глупость. Они что, не знают, что мне нужно заниматься маркетингом? А еще нужно накормить собаку, обредить жену, а не болтаться тут в воздухе с каким-то бородачом в камере. Так, ноги вроде на месте, про руки узнаю, когда пистолет возьму. Это что? Царская еда для собак. Эй, это не ты тут баночку навернул? Мне нужно срочно метнуть какашку, пока здесь все не завертелось. А ты не подглядывай, а не то потом царская еда не полезет. Как же мне отсюда выбраться? Так-так-так. У меня с собой только коробка спичек и легко воспламеняющийся сокамерник Талиб. Прости, мужик, ничего личного. Это всего лишь побег. Теперь я умираю. Давай сейчас дверь откроется, я тебя сразу же потушу. Ну давай же. Черт, почему дверь не открывается? Прости, мужик, я сделал все, что мог. И дверь сразу открылась. Пиф-паф, пиф-паф, пиф-паф. Ладно, пойду лучше пистолет найду. А ну давай, выходите, что зассали? Сишки какие-то. Что за марка? Ну-ка, на Мальборо похоже, только синие. Благородный еврей. На, на, жри, поганый свинцоед. А ну стоять, куда побежал? Это ты должен за мной гоняться. Что это за нелепая херня? Почему он себя так ведет? На валерьянку это не похоже. Киса, киса, кири, 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 кири. А, вот и главный живодер. Ну все, котик, давай успокаивайся. Ведь все живодеры уже наказаны. Ну остался только один. Но он главный герой, поэтому избавиться от него никак нельзя. 25 штук. А, это мои коты. Вот почему они такие дерганые. Исламские террористы сбежали. Приказ всему личному составу поймать их. Убить своих – креативное решение. Даже если теперь ему режут бюджет, они ничего не потеряют. Эшелупонь, слушай сюда, сейчас моя базука будет ответ держать. Упс, секундочку, сейчас переводчик настрою, а не то как-то не в ту сторону объяснил. Ну вот так как-то, быстро, красиво и с интересом. Не слабо их тут разнес. Вон, на бочках даже текстуры от температуры размылись. Эй, эй, ребят, мне лишь одно непонятно. Вы меня пытаетесь уничтожить или базу свою разнести? Так они хорошо по профессии отрабатывают. Складывается такое впечатление, как будто они каждый день в боксе бетонный пол с шампунем мыли. Поэтому, наверное, в них столько агрессии. Но ничего, после знакомства с чуваком им станет намного проще. Так, это что такое? Это лифт, что ли? Эй, нажмите кто-нибудь на стоп. Я там классный лут оставил. Все, короче, не судьба. Блин, это, наверное, надолго. Надо чем-то заняться. Если я сейчас на эту шестеренку запрыгну, меня раздавит? И нахуй я такой любопытный? Чертовы ублюдки на ресепшене. Я всего лишь попросил у них номер, и что в нем был телевизор и толчок. А про его мамашу в ночнушке, которая должна облажать меня до утра, это так шутка была. Оказывается, гранат у меня больше, чем патронов для пистолета, поэтому буду пользоваться ими. Это куда безопаснее, чем подставляться под... Блядь! Почему эти гранаты прыгают как мячики для тенниса? Непонятно только одно. Для кого висят эти таблички? Все, я на месте. А ну-ка сдриснул отсюда, клоп ангарный. Ну вот и все. Я решил все проблемы и сложности этой планеты за пару секунд. Опять ты здесь? Не знаю, что это, но уверен, что взорвется это красиво. Как только я отсюда выберусь, отвезу это в Bullfish Interactive. А давай еще раз здесь все взорвем, ведь это так интересно. Нажмите левую кнопку мыши для стрельбы легкими ракетами. Что это за понос? Это что, и есть эти самые легкие ракеты? Да пока эта ракета цельно идет, мои враги эту базуку мне в очко без маски засунут. Ну надо же, чего-то нашла. Радиация, чувак облучился. Ну наконец-то, теперь у нас появился аризонский сталкер.
И, кстати, да, ад в глюках чувака выглядит не так уж и плохо. У нас тут собачки, ах вы маленькие шайтановые прихвостни. Иди сюда, малыш, поглажу. Приласкаю, спокойным станешь. И зомбарики тут, ну как же без них? Он спит, вы же в карауле. Подъем! Уснули тут, а не понимаешь. Вы что, думали, от чувака в аду в безопасность будете? Как хорошо полетело. Удивительно, но чувак даже в аду чувствует себя так, как будто он на вечерней прогулке на закате. Тут не хватает только одного. Ля-л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 я. Малой, хочешь киску погладить? Ну или пусть она тебя погладит. На и тебе, чтоб не завидовал. Ну как, нормально она тебе спинку чешет? А ты думал, в рай что ли попал? Вот дерьмо! Убил меня, но насладиться моментом ты не успеешь. Лучше беги, потому что эти киски любят сосиски. А ведь у тебя как раз одна завалялась. Добро пожаловать на мою гранатную вечеринку, солдафоны. Ну что, схлестнемся в бою честном, пес смердячий? И это все, на что он способен? В следующий раз нужно играть пьяному, ногами и на руле. Возможно, тогда у него появится хотя бы маленький шанс нанести мне урон. Я не знаю, что случилось, но почему-то я стал испытывать симпатию к гранатам. Надо попробовать собаку хаешкой уложить. Ну-ка, иди сюда, малыш. Юркий какой, но его это не спасет. Идеально. Ты чего там курлыкаешь? Тебе тоже перепадет. Чувствую себя как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. То, чего нет, поехать не может, малыш. Что только с тобой не произойдет, когда ты начинаешь юзать непонятное тебе дерьмо. Еще и пыхнул случайно. Галюны, кстати, классные. Похоже, зомбарь тоже хватанул дымка. Ну или ему, может, кувалдой в душу прилетело. Чего говоришь? Хочешь чего-нибудь кусь-кусь? А как насчет куснуть мою подошву? Вот она магия потников, аж зомби воскрес. Ой, девчонка в бочках застряла. Давай я тебя освобожу. Как-то не очень получилось. Блин. Привет, дружище! Спасибо за просмотр. Не стесняйся оставлять свой комментарий. Если понравилось видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Также можешь поделиться этим видео с друзьями, вдруг им тоже зайдет. А это был Postal 2, а у микрофона Дедуген. Всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!